Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олег Петрович Солтис, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії «Опозиційний блок», секретар постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста Миколаєва. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Олег Петрович, тема важна і актуальна, собственно, взбудоражила вже достаточно длительного периода времени и Николаевской общественности, и депутатов городского совета. А именно, тариф на обслуживание многоквартирных домов и придомовых территорий. Исполком принял решение поднять его в два раза. Депутаты так городского совета достаточно так отреагировали на это. Но было даже такое настроение, что на сессии отменить его. Но отмена не произошло. Создали рабочую группу, дискуссии продолжились. Собственно, продолжаются они, я так понимаю, до сегодняшнего дня. Что на данный момент? Вы, собственно, в составе рабочей группы, я так понимаю? Да, в составе рабочей группы. Что на сегодняшний момент? На сегодняшний момент рабочая группа изучила очень много вопросов и выявила по принятым тарифам очень много замечаний. И замечания такие существенные, где завышены площадя, где одни и те же самые дома одного года постройки, одной и той же площадью, но тариф разный у них. Вот. Ну и опять же, то принятое решение исполкомом, оно же по факту и не соответствует действующему законодательству. Это уже сделали замечания даже юристы. Вот. Тот же самый Тимошин Владимир Владимирович. Есть аргументы много и много вопросов к исполкому. Поэтому рабочая группа набрала порядок вопросов, на которые мисский голова должен был ответить. Ну, когда мы собрались комиссией, рабочей группой, в составе исполкома, полностью озвучили на этом исполкоме перечень замечаний, да, мэр принял полностью эти замечания и согласился, что да, действительно, исполком принял тариф поддомовой с большими нарушениями. Вот, поэтому я, как член рабочей группы, предложил сразу на исполкоме, мисскому голове, принят решение уменьшить этот поддомовой тариф. Это однозначно должно быть. Я думаю, что мы этого добьемся. Не только наша политическая сила, оппозиционный блок заинтересована в этом. Вот. А заинтересованы другие политические партии, чтобы тариф в городе Николаеве был меньше. Не тот, который сейчас они приняли. После того, как происходила эта дискуссия в понедельник, ну, собственно, после этого городской голова был здесь в студии. Ну, то у него немножко другое было настроение, собственно, это мы все видели в эфире. У него прозвучало следующим образом. Вот смотрите, и мы это видим на самом деле сейчас на подъездах многоэтажек, ЖЭКи расклеивают объявления, да, и, собственно, сейчас мы по городу эти информационные листки видим, где указано перечень услуг, которые входят в тариф. И гражданам предложено контролировать выполнение этих услуг. И вот городской голова, и в том числе и здесь, он говорил о том, что ну вот граждане будут видеть, что, например, что-то из этого перечня не выполняется. Ну вот, собственно, на эту позицию и будет корректироваться тариф. Тариф-то теперь по домовой, вот по каждому дому и будем корректировать. Приблизительно такая риторика. Поэтому вот, а вы говорите о том, что нужно его уменьшать. Поэтому как это будет теперь дальше? Я вам скажу, уменьшать его надо однозначно. Тот тариф, который принят, он принят для того, чтобы, ну я не знаю, может быть очередной раз залезть в карман жителей города Николаева, я уже неоднократно это говорил, просто другого варианта лучше они придумать не могли. Ведь я же на исполкоме говорил Александр Федорович, давайте мы отработаем один вариант направления, второй, третий, сядем, посмотрим, какую-то часть возьмем с одного варианта, какую-то часть с другого, какую-то с третьего. И сделаем нормальный подомовой тариф, который будет ну, не накладен для наших жителей города Николаева. Ну, как бы Александр Федорович, вы знаете, он у нас человек как бы, вроде бы как бы и самостоятельный, но те популистические решения, какие они принимают, они всегда идут на вред, скажем, жителям города Николаева и нашему обществу. Вот, тем более, я же когда на рабочей группе говорил, что та команда, которая пришла с мэром, ну, они хотя бы немножко бы просчитывали полностью, когда какие-то решения принимают, чем оно может коснуться для них. Они же просто принимают, а потом думают, зачем мы этого сделали. Но я все-таки возвращаюсь. Ну вот и, собственно, будут они игнорировать мнение депутатов по поводу того, что тариф нужно уменьшать. На сессии вы к этому вопросу вернетесь. Как это дальше будет происходить? Я вам хочу сказать, если мисский голова до 9 числа не самостоятельно не уменьшит тариф как минимум на 20%,
как минимум на 20% не уменьшить тариф. Не уберет с тарифа то, что мы ему дали замечание, надо убрать. Вывоз ТБО однозначно с тарифа надо убрать. Почему? ЖЭКи должны заниматься сбором средств за ТБО. Ну, пусть та компания, которая возит, занимается чисткой и обслуживанием дымовентканалов. Извините меня, пусть жители города Николаева сами зададут себе вопрос. Они за это платят. К ним хоть за 20, за 30 лет пришли, почистили дымовентканалы? Нет. Текущие ремонты, которые ЖЭКи не могут делать, вопрос стоит. Уборка придомовой территории, которая возле каждого дома завышена в 2-3 раза. Ведь у нас на сегодняшний день они считают по домовую территорию 25 метров по торцам дома, 50 метров по лицевой и задней части дома. Вот так они считают по домовую территорию. Значит, это неправильно. Тем более, эта территория, ну, площадь территории была утверждена, если мне память не изменяет, решение 1221 от апреля месяца 2007 года, где они сами себе установили, как они людям будут считать придомовую территорию. Ну, что это за нонсенс какой-то? Может, все-таки возьмем здесь площадь дома, и возьмем хотя бы от площади дома, посчитаем территорию. Естественно, уменьшится и тут уже в этом направлении тариф. Мы, в общем, сделали мэру замечание, дали свои предложения. Если он до 9 числа не отменит, не внесет, скажу, изменения, не уменьшит тариф, как минимум на 20%. Я думаю, что 9 числа весь город увидит, как депутатский корпус будет скасовывать то решение. Ну, 9 числа будет очередная сессия Николаевского городского совета. Конечно. Если до 9 числа мэр не уменьшит тариф, я вам точно скажу, буду я сам даже инициатором вносить на сессию проект решения про скасование решения номер 26 исполкома от 16.01.2017 года. Есть еще два вопроса, вот, которые в привязке хотелось бы к вам обсудить, потому что, собственно, ну, исходя из вашего опыта непосредственно работы в жилищно-коммунальном хозяйстве города Николаева. Вы упомянули юриста Владимира Тимошина, который там, с юридической точки зрения анализировал решение. Собственно, подобный анализ делали и общественники. И вот что там, собственно, высказывалось, среди прочего, как минимум у общественников, что исполком уже потому принял неправомочное решение, что в Украине и в Николаеве в том числе продолжается реформа управления многоквартирными домами. И в соответствии с этой реформой уже вот на сегодня, на данный момент, на рынке управления должны сюда быть выведены так называемые управляющие компании. Городская власть на данный момент уже должна была провести конкурс соответствующий. И там вот закон предусматривает вообще иной механизм формирования этого тарифа. У нас пока нет управляющих компаний, у нас идет продолжается непростое формирование ОСМД. Вот с точки зрения практика и депутата городского совета, насколько такие упреки они обоснованы? Должны у нас быть управляющие компании? Есть они вообще в городе Николаеве? Готовы ли они заходить на рынок? Ну, у нас, скажем так, управляющих компаний действующих тут нету. У нас, могу сказать, те же самые частные ЖЭКи. Это, ну, можно так назвать, они те же самые управляющие компании, только немножко другое название. На сегодняшний день вы знаете, что весь 2016 год департамент ЖКХ вместе с его заместителем и головой депутатской комиссии Репиным пытались оправдами и неправдами загнать всех жителей города Николаева. В ОСМД. Это еще один упрек, собственно, который в социальных сетях высказывается, что это просто насильственное стимулирование граждан. Для чего они делают это? Для того, чтобы уйти от тех затрат, и перекинуть, ну, которые нужны для содержания этого жилого фонда, и перекинуть эти затраты на плечи наших горожан. Народ, естественно, понимает, о чем идет речь. И на сегодняшний день принятие исполкомом такого решения поднятия тарифа, это первый путь силой заставлять людей идти организовывать ОСМД, вот эти, идти в управляющие компании или что угодно. Я считаю, что это неправильно. Пусть, если они хотят, чтобы ОСМД создавалось, да, я лично не хочу. Пусть они приведут в техническое состояние каждый дом города Николаева, крыши, лежаки, стояки отремонтируют и передадут людям. Вот тогда, когда дом будет полностью отремонтироваться соответственно тем нормам и требованиям, я думаю, что все пойдут. Но перекидывать затратную часть с города на жителей города Николаева, я думаю, это неправильно. Все-таки бюджет городской,
формируется за счет налогов наших горожан. Поэтому... Хорошо, а вот тут, собственно, в ходе этой дискуссии высказывалась еще такая точка зрения, что, ну, скажем так, в силу эффективного, в кавычках, управления жилищно-коммунальным хозяйством, в уставы коммунальных ЖЭКов не были внесены соответствующие изменения. И в связи с этим, если бы городская власть организовала конкурс для управляющих компаний, то коммунальные ЖЭКи просто бы... Да. То есть это правда. Да, это такая правда. Такая история имела место быть. Я не постесняюсь, я еще раз подытожу. Какая команда, ну такой результат. Вы же видите, куда ни копни, какие-то проблемы. Что не делает, какие-то что-то не получается. Но... Я прекрасно понимаю, Александр Федорович, что молодой, там, перспективный, может быть, на будущее. Вот, но принимая каких-то решений, он даже не задумывается, не отдает себе отчет, что может это принятое решение как-то для него казаться, в другом ракурсе. Или как-то народ по принятому решению отреагирует по-другому. Просто немножко надо думать наперед, какие последствия будут от этих принятых решений. Что касается... Естественно, мнение горожан, я вам хочу сказать, что, естественно, горожане думали получить эффективного менеджера, да, а получили реальную проблему, которая сейчас существует. Вы же видите, у нас тарифы поднимаются, на свалку возится мусор, там та же самая елка для горожан. Мне интересно поднять эту тему, как народ и жители города Николаева отреагировали на это, высказали свое мнение. Всегда елка стояла на Советской. Куча людей, да? Посмотрите, поставили елку на площади Ленина. Ну, смех и грех. За 1 000 000 гривен купить 30 домиков. Где ни копни, какие-то проблемы. Сейчас мы приходим, что мы вводим в заблуждение горожан. Там несколько другие цифры назывались. Не 1 000 000 гривен. Ну, почти 1 000 000. 900 с копейками тысяч. По 30 тысяч стоимость домика. Ну, куда же это? Вот о чем. Поэтому денег копни, команда мэра, она неэффективна. Я уже не раз высказывал по этому вопросу. Я думаю, горожане сделают вывод на следующих выборах. До них еще нужно дожить, извините. Подводя итог, собственно, по этой теме, ждем 9 февраля сессии Николаевского городского совета. Вопрос тарифов там так или иначе будет поднят и внесен в повестку дня, если мэр до 9 числа не уменьшить тот тариф, который они приняли на исполкоме. Увольнение Юрия Мостового с должности директора Николаева Коммунтранса. Вы были одним из тех, кто еще фактически до увольнения заявили о том, что этого делать не нужно, что Мостовой специалист и он на своем месте. Но потом, собственно, это увольнение состоялось. Что дальше? Я привел на той пресс-конференции, привел несколько примеров, где в течение года были поставлены новые директора коммунальных предприятий. Да? Вот. И привел реальные цифры, где за год люди нарастили долгов, это опять же, я подтвержу, это новые люди, которые привел миски и голова. Нарастили долгов по одному только направлению. 1 600 700 тысяч, так это только по ТБО. Давайте возьмем по освещению, давайте возьмем по зарплате не своевременно выплаченной. Поэтому на сегодняшний день я могу сделать вывод, что та команда, которая была поставлена в течение года, она неэффективна. Я высказался уже свое. То, что касается Юрия Мостового, я всегда опираюсь на цифры, на результат. Да? Если коммунальное предприятие прибыльное, имеет доход и не маленький, то это заслуга команды этого предприятия, то руководителя, главного бухгалтера и всех остальных работников. На сегодняшний день, я так понимаю, что мэр хочет завалить это коммунальное предприятие в преддверии больших инвестиций. Вот более 100 миллионов планируется сюда завести на это коммунальное предприятие. Я только могу сделать вывод один, что он сделал большую ошибку. Почему? Потому что у нас есть в преддверии увольнения Мостового было восстановлено по суду директор другого коммунального предприятия.
На сегодняшний день мэр игнорирование решения суда делает хитро, восстанавливает на работу. Это история на слуху. И в один день уволяет. Коммунального предприятия Николая городские рынки. Николаевские городские рынки, ну так, собственно, там было выполнено решение, просто оно тут же было, собственно... Да, да, так я же вам говорю, есть, вот, ну юристы, по крайней мере, понимают, я думаю, адвокаты понимают, что на сегодняшний день таким методом увольнять людей, как мэр делает, да, я думаю, для него это закончится как минимум уголовным делом. Тем более, я думаю, мостовой в ближайший месяц-два восстановится. Будет же такой результат. Так это же уже у мэра зловживание службовым становищем, где он не выполняет решение суду. Тобто он вроде бы как выконал, и тут же увольняет основание. И тут же опять проиграет суд. Ну где же логика? Это же уже просто... Я скажу так, человек хочет поставить своего человека туда, чтобы можно раздеребанить бюджет. Я по-другому выразиться не могу. Ну, то есть надо понимать следующим образом, собственно, Юрий Викторович Мостовой был в этой студии, он сказал, ну, на тот момент, когда мы записывались, решения еще не было о его увольнении, но он состоялось достаточно быстро, но он тогда говорил о том, что если такое решение состоится, он будет его оспаривать в суде. Я так понимаю, из того, что вы говорите, вы прогнозируете, что большие шансы у Мостового победить в суде, но в отношении него может быть запущен тот же механизм, который вот мы на днях наблюдали в отношении директора коммунального предприятия «Городские рынки». Я думаю, такой же механизм Сенкевич попытается запустить, но это для него будет очень большая ошибка, я скажу сразу. Это реальная работа для государственной структуры, такая как Национальное бюро, антикоррупционное бюро Украины под названием НАБУ. Я думаю, уже следующий этап будет заниматься Сенкевичем уже конкретно эта организация. Потому что так зловживать службовым становищем, ну, у нас еще даже никто... Даже при тех властях никто, ну, не делал такое, как происходит сейчас. Небезразличные николаевцы наблюдали вчера, ну, как минимум благодаря интернет-трансляциям, интересную дискуссию, которая возникла на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Собственно, вы секретарь этой комиссии. И речь там шла о том, что идет подготовка проектов решения для сессии Николаевского городского совета, которые предусматривают, что структуры исполнительной власти городской должны быть подотчетны профильным комиссиям Николаевского городского совета. Сейчас, так понимаю, не подотчетны просто городскому совету? На сегодняшний день ситуация такая. Мы же перед Новым годом утвердили структуру исполнительной власти, где были четко определены, кто какой зам, за что отвечает, какая, именно каждое управление кому подчиняется и так далее. Когда принималась структура, не были приняты положения под каждое управление, под каждый департамент и так далее. Поэтому на сегодняшний день по факту структура есть, а работать они не могут, потому что нет действующих на сегодняшний день, ну вернее принятых новых положений. Исполнительная власть на сегодняшний день на протяжении двух, где-то трех недель нам предлагают разные варианты свое видение своих положений. Когда мы взяли на комиссии, ну перед этим готовились, конечно, прочитали то, что они нам предлагают. Они предлагают, что депутатский корпус в этих положениях нигде не прописан. Тобто исполнительная власть сама будет, что хочет, то и делать, а депутатский корпус будет просто смотреть и наблюдать. И, скажем, те рекомендации комиссии или те решения комиссии, они для них будут, ну как бы не удел или как еще можно назвать. Почему? Потому что полное игнорирование всего депутатского корпуса. Я прошу прощения, решение комиссии в любом случае носит рекомендательный характер. Нет. А здесь вы ставите вопрос жестче, подотчетности комиссиям. Значит, так трактует чиновник. Если мы почитаем закон, я вчера на комиссии добился от Натальи Васильевны, нашего юриста горисполкома, добился, чтобы она сказала все-таки, озвучила. В законе четко прописано, что мы должны опираться на нормы закона. Четко прописано, да, но все забывают дальше прочитать. Там указано, что это и та инше, вот и слово та инше в законе прописано. Я ей задал вопрос, под инше подходит наш регламент? Она, конечно, молчала, она понимает, как юрист, к чему я ее подготовлю. Вот. В конечном итоге я заставил, благодаря первому заместителю Андрею Демьяновичу Дедеверину, чтобы она ответила.
Вот, она действительно ответила, что да, инше – это тот наш регламент, это эти наши все положения. Мы должны руководствоваться и законом, и принятым нашим регламентом, и положением так, как мы примем, а не так, как хочет трактовать чиновник. Но когда мы говорим «мы», говорим все-таки «городской совет». Да, мы, да, городской, да, совет. Я же не говорю «я», я же говорю «мы» – это городской совет, это депутатский корпус. Поэтому до сегодняшнего дня исполнительная власть всячески игнорировала наши все решения, наши рекомендации, наши выставки и так далее. Ну, я думаю, после принятия этих всех положений исполнительная власть все-таки задумается, или она будет работать на благо горожан, или, я думаю, пойдут искать себе работу в другом месте. Какое настроение в других комиссиях? И поскольку вы у нас представитель оппозиционного блока, какое настроение в других фракциях по этому вопросу? Я вам хочу сказать, на вчерашней нашей комиссии, на позавчерашней, да, было принято решение и поддержали все фракции. То, что мы предлагали, вынести вопрос на сессию, поддержали все фракции. Потому что действительно это надо делать, даже представители действующей власти. Они понимают, что или чиновник должен работать, то, что совместно с депутатским корпусом, или чиновник должен искать себе другую работу. Потому что самостоятельно они работать не должны. Они должны советоваться с депутатами, отрабатывать разные направления непосредственно с депутатским корпусом, потому что это представители территориальной громады. Что говорят коллеги из других комиссий? Ставится ли на других комиссиях вопрос так же жестко? И какая там, и, собственно, что там происходит? Уже несколько комиссий прошли. Бюджетная комиссия поддержала полностью это решение, в полном составе и выносится на сессию. Транспортная, я понимаю, где Евтушенко, глава комиссии, вроде бы как бы тоже рассмотрели этот вопрос. Поэтому Есть высокая вероятность того, что сессия 9 февраля проголосует? Я уверен, что депутатский корпус должен принять такое решение, которое будет идти на пользу только горожанам, а не одним чиновникам. Почему? Потому что ведь депутаты – это представители тех людей в городском совете. А чиновник иногда об этом забывает. Вот в чем проблема. Тут вот на одной из недавних сессий, там в зале в какой-то момент появились активисты с транспарантами «Не мешайте мэру работать». Вы не боитесь, что сейчас на 9 февраля эти же люди с этими же транспарантами? Вы же посмотрите на сегодняшний день. Да, я всегда, вот у меня есть так же самое на депутатском округе, где я являюсь депутатом. Тоже ж молодое поколение, да? Так мне вот сейчас молодое поколение говорит, Петрович, говорит, я вот голосовал за Сенкевича, да? Но с таким подходом, с такой его эффективностью, как менеджер, ну, менеджера, ну, вы знаете, я уже даже не знаю, за кого мы должны проголосовать, чтобы у нас стало лучше. Я говорю, ну, вы сами сделали вывод, да. Одни сделали революцию, другие сделали там выборы какие-то где-то еще. В конечном итоге результат, что мы получили? Доллар по 28, проблемы в городе, тарифы растут, на свалку то везем, Новый год нормально отметить не можем. Ну, и оно, понимаете, вот так накапливается все снежным комом. Я понимаю, что Александр Федорович молодой, перспективный, но или он пусть меньше слушает свою команду, которая ему дает советов, такие, которые его топят постоянно, ну или хотя бы прислушивался к мнению депутатского корпуса, а не такому мнению, которое он пытается всем навязать. Ну, еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, это, собственно, история с недостроем на улице 3-й Слободской. В какой-то момент Черноморский национальный университет, можно точно утверждать, один из лучших университетов, как минимум, Николаевской области, заявил о том, что готов взять этот недострой с очень печальной, на самом деле, историей, взять его, реконструировать там, под свои некие нужды, под свое развитие. Ну и вот опять же на депутатской комиссии возникла такая дискуссия, в том числе с вашим участием, которая закончилась тем, что так складывается впечатление, что не получат они все-таки этой многоэтажки злосчастной. Ну, по поводу Черноморского державного университета, конечно... Я прошу прощения, национального. Национального, да, я извиняюсь. У меня есть лично много вопросов. Первое, даже вот когда был представитель Могилянской этой академии, или института, как он там правильно называется, один из журналистов, который или которая учится, да, в этом университете, задали вопрос, скажите, а 2000, которые вы собираете добровольно, принудительно на дополнительные занятия, куда же они идут? Мы же сдаем, платим, допустим, 15 тысяч за учебу, дополнительно 2000 собираются на
какие-то дополнительные занятия. Ну, все же прекрасно понимают. Дополнительные услуги, там, по-моему, такая формулировка. Ну, это добровольно-принудительно, я вам скажу честно, и все об этом знают. Не надо кривить душой. Вот, поэтому много есть вопросов к этому институту. Ну, первое, совсем недавно в средствах массовой информации было о том, что как живут студенты в общежитиях. Да? Давайте зададим другой вопрос. Человек не может навести порядок в общежитии, студенты живут, грубо говоря, в бараках каких-то, да? Он хочет еще один недострой. Для чего? Наведи, пожалуйста, порядок там, в общежитии, наведи порядок по работе со студентами, приди с предложением. Я готов вложить, ну, достроить этот объект, но не за деньги студентов, как это делается, чтобы потом стучал, я же построил за свои деньги, нет. Уменьши обучение, мы же ему разные варианты предлагали, уменьши обучение, стоимость, или там 2 года или 3 года обучай студентов бесплатно. Мы отдадим, вопросов нету. Но только чтобы реально был эффективный результат. Мы привели несколько примеров, давайте отдайте нам городскую собственность, плавбассейн и это вот, санаторий профилакторий ИНГУ. Дали предложение, вопросов нету. Мы готовы рассмотреть, отдать этот недострой, дайте нам с державной властности в коммунальные эти 2 объекта. Хороший обмен? Я прошу прощения, Черноморский национальный университет, я так понимаю, не имеет отношения к этим объектам сейчас? То есть тут он в качестве кого выступает вот в этом обмене? Не, но он должен выступить в качестве переговорщика. Если он пришел к нам за просьбой какой-то, да, пусть идет в Министерство освиты, решает с министром. Это ж Киев, Киев решает, кому передать объекты державной властности. Пусть они решат в Киеве, там, в министерстве, передадут эти 2 объекта в нашу коммунальную собственность, вопросов нет, мы отдадим этот недострой. Я также не могу не спросить. Ну, мы же с вами, собственно, николаевцы. Ну, десятки лет это здание в центре города стоит недостроенное, там гибнут люди периодически. Как минимум, благодаря, условно говоря, благодаря одной из этих печальных историй с Оксаной Макар, Николаев вообще в ужасном свете прозвучал на всю страну. Город не смог за это время эффективно этим зданием распорядиться. Ну, на сегодня... И обеспечить хотя бы безопасность. Нет, на сегодняшний день безопасность обеспечена, насколько я понимаю. Я проезжаю там каждый день, забор по периметру установленный, в районе там чуть выше 2-метрового, значит, ограждена дополнительная сетка, сделано везде освещение. Тобто дети уже или какие-то люди не могут попасть на территорию этой стройки. Да, действительно, его надо достраивать. Но его надо разумно что-то сделать там. Почему бы городу не вложить, допустим, в развитие какую-то поликлинику сделать, какой-то центр бы медицинский? Можно. Зачем мы должны, ну, скажем так, идти на такие, ну, непопулярные методы, как просто подарить? А фракция оппозиционного блока поддержала бы это предложение строить там поликлинику? Ну, я не знаю, надо спросить. Я думаю, все только за. Вы знаете, что у нас поликлиника на Володарского закрылась, ее нету в больнице. У нас открылась сейчас временно в заводе 61 коммунара. И представьте, людям с Чкалова, с Комсомольска, им тяжело добраться в ту поликлинику. Люди идут пешком, потому что неудобное место и так далее. Здесь вообще центр города, любая развязка. Поэтому... Ну, то есть я так понимаю, что дискуссия по этому вопросу еще продолжается. Да, еще можно обсуждать, много есть разных вариантов, поэтому будем работать, будем обсуждать. Олег Петрович Солтис, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії «Опозиційний блок», секретар постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста Миколаєва, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До побачення. До побачення.